Привет. Так. Как дела? Здравствуйте, мистер Балди. Разрешите мне пройти? Ну, я не знаю, если, в принципе, решите мои вопросы. Короче, смотри, даю тебе задание. Если ты отвечаешь на задание, я тебя выпускаю. Хорошо? Согласен? Ну, давай. Всем отличного настроения, друзья, с вами Котенок Лайк. И у нас Балди вернулся, у которого почему-то нет руки. В общем, ребята, сейчас будет весело. У нас будет челлендж с котиком Игроманом. И кто больше отгадает дневничков, тот и выиграет. Ну что, дружище, ты готов? Пах. Я Балди. Блин, походу в челлендже участвую я один. Не то, что ты один, ты еще и проиграешь, потому что я объявляю за тобой охоту. Я буду искать только тебя, так что берегите меня там. Беги просто по всей школе, сломя все ноги. В общем, других чуваков тоже лови. Ну, это понятно, сначала тебя закусим. Ладно, шучу, буду ловить всех, скажем так, кто будет ближе. Так, у меня тут оповещение, что вы учитель, пожалуйста, подождите, пока у студентов сейчас попка подгорит, и они начнут у нас сваливать. Так, окей, довольно любопытно. Так, девочка, плейтайм вижу, она уже побежала за тобой. Вижу, кстати, открытые двери. А, блин, точно, тут же дневники, сейчас сразу вы подберете парочку, надо бы пойти вам подпортить, наверное, ситуэйшн. Блин, тут уже плейтайм ситуэйшн всю подпортила, мне кажется, блин. Так, я тут вижу, кстати, ученика одного, он тут неверно ответил. Ай-яй-яй, нехорошо. Стоямба, тебе говорю, блин, он слишком шустрый, я его даже догнать-то не могу. Прикинь, а я тут забагался с плейтайм, короче, и она не показывает, когда мне надо прыгать, и я не могу прыгать. Так. Блин, прикинь, директор просто-напросто пробежал мимо ученика и просто его и даже и не подловил. Иди сюда, дружище, опа, все, плюс один в мою копилочку, все, дружище подловился. Так, любопытненько, вижу, кто-то там открыл дверку. Мне кажется, это у нас котенок Луи. О, блин, директор за мной бежит. Да как у лешего? Так, друзья, вы видите этот фаршик? Сейчас мы его подловим, просто линейка отлупасим, иди сюда. Он, кстати, дневники что-то так долго разгадывает. Иди ко мне, дружище. Опа, плюс еще один. Все, хорошо. Так, пока что до сих пор еще одна всего лишь тетрадка. Я еще не разгадал ни одной. Это окей. Но здесь прикольно. Это как? Вот так вот. Это как-то так. Я то плейтайм поймал, то директор схватил. Короче, вообще дичь какая-то происходит. Сегодня не мой день. Ну, это мои верные работники, да, хорошо работают. Так, вижу директора. Так, директор, ты, короче, давай. Опа, стоямба, друзья. Видим открытую дверочку. Надо сейчас быстренько подловить его. Так, это у нас где? Так, это у нас тут мы с вами не пройдем, придется еще дальше. О, кто-то дневник, походу, отгадал. А, нет, пока... А, да. Так, смотрю, плюс дневничок. Ёлки-палки, это ты там где-то бегаешь? Да, я тут дневничок один. Дружище, ага, вот он ты, приветули. Сейчас я тебя поймаю и отлупаюсь у тебя линейкой. Просто попопи. О, плейтайм, привет. Блин, вот плейтайм все запорол. Здорово. А ты меня не можешь ударить? Здорово. Могу, почему не могу так подойти? Блин. Я просто посмотрел, подумал. Сначала я, короче, сделаю так, что ты должен будешь перепрыгнуть через скакалки плейтайм, а потом я тебя так поймаю, и ты такой, за что, зачем я прыгал, нет? А, еще и ты выбрался, ёлки-палки, начинается. О, приветушки, братишка, опа! Остался ты у нас один на один. Так. Котик-игроман против котенка Лайка. Ну, я вовремя тоже победил. Вышел. Конечно же, я с читами. Слушай, ну, есть так, замок, смотрим. Возможно, я могу закрыть какую-то дверь от тебя. Так, я вижу, ты дверку открыл вон там где-то. Ай-яй-яй-яй, нехорошо от Балди уходить. Так, еще бежим. Опа, привет. Ты куда это там в потайную-то? Привет, Чей-то ты вдруг туда заныкался. Друзья, тут есть такой читерный, скажем так, вход. Вот сюда вот можно, сюда можно забегать. Ё-моё, зачем я ее открыл? Так. Так, ё-моё, я в тебя и так уже... Чей-то, девушка! Ситуация. Опа, приветули. Ладно, я дам тебе шанс, так и быть, еще один шанс. Так, ну-ка, беги, щенок, беги! За тобой директор побежал. Давай, директор, хватай его и просто пендаля ему. Давай. Давай, директор, пендаля ему, пендаля!
Голосуй за Пендаль. Так, давай, давай, лови его, лови. Да что ж ты? Ааа, директор. Просто на грани. Все, ты уволен, чувак. Чувак, ты уволен, говорю. Иди отсюда. Я тебя увольняю. Как ты можешь уволить директора? Я могу, я ему могу линейкой по башке дать и сказать, ты уволен, уволен ты. Так, смотри, как бегаю, прыгай. Можешь меня достать тут? Смотри, какой я красавчик, подойди. У меня 7 секунд, что я могу в зоне оставаться, блин. Так, директор, опа, подожди-ка, у нас еще один, смотрю, тут только что выбежал. Египетская сила, друзья, чё-то мы как-то отстаем по графику, надо было все-таки его подловить. О, девочка Playtime, приветули, я смотрю, тут вся моя банда собралась, короче, так элитненько мы тут сидим, тут тараторим, короче, вместе с ними собираем. Так, мне кажется, я знаю, куда один уже побежал, походу, куда-то в ту сторону. Не? Нет, вроде бы. Так, эй, приветули. Так, еще один сбежал, да вы издеваетесь, все одновременно что ли слиняли. Опа, да привет, кого я тут вижу? Hello, hello, опа, hello, иди сюда, сюда иди, говорю, ух ты, зараза такая. Что, поймал, что ли, кого-то? Все-таки убежал. Нет, я его только хотел, он такой, только начинает щемиться от меня, я хотел его за пятку так поймать и сказать, стой, ямба, Вася, и нифига не получилось. Ну смотри, мы вообще... Так, опа, вот он, вот он, вот он. Эта девочка Playtime меня уже выводит из себя. Опа, опа, опачки, а кого это я туда вижу, друзья, ща мы его повяжем. Он где-то тут. Кого ты там повяжешь? Где-то тут. Я его не вижу, я его не вижу, друзья, я его не вижу. Он снова меня заляпал вот этой штукой. Он написал. Газировки, да, это клякс. Он написал мне... Написал мне прямо на лицо, я ничего не видел. Написал на лицо. О, директор кого-то поймал. Так, где у нас кабинет директора? Ты знаешь, где кабинет директора? Так, это у нас факультет. Он где-то в школе. Так. Да ты чё, ничего себе, вот это ты... А, вот приколюха. Он, вот он, приветули. Опа! Все, нашелся. Вижу девочку Playtime, она явно за кем-то уже бежит. Сейчас, друзья, мы с девочкой Playtime быстренько тут разберемся и всех повяжем. Так, о! Опа, вижу, кто-то дневник разгадывает. Ну чё там, бессмертные, что ли? А чё у тебя пишется, да? Стоябай, вон кто. Стоябай, конечно, он мне тут все показывает. Я тебе говорю, Балди тут вообще читер. За него играть вообще прям очень легко. Тут отображается все, просто каждое твое действие. Что ты делаешь, зачем ты делаешь, как ты делаешь. Опа, ничего себе, он тут дневник разгадывает. Кыш, кыш отсюда, кыш. Все. Минус один. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй. Опа, привет, hello. Привет, Ули, а кого-то я сейчас поймаю, и он у нас последний, и он у нас последний, и он у нас последний. Нифига себе, скорость какая. Разнос... Ну тогда, смотри, как лечу, так иди сюда, говорю, ща линейкой по башке. Опа, сзади директор, смотри, опа. Вот это подстава просто, понимаешь, отмога. Так, осталось только быстренько найти кабинет директора. Друзья, друзья, кабинет директора ищем, нельзя ему давать снова лафу, а то они снова сейчас быстренько все сбегут. А, вот он кабинет. Привет. Так. Как дела? Здравствуйте, мистер Балди, разрешите мне пройти? Ну, я не знаю, если, в принципе, решите мои вопросы. Короче, смотри, даю тебе задание. Если ты отвечаешь на задание, я тебя выпускаю. Хорошо, согласен? Ну, давай. Вот, решай. 858 умножаем на 453, делим на 35 и плюс еще прибавляем 190. Чего ты решил не выполнять? Я тебя понял. Блин, ну тут без шансов был. Так, я сколько разгадал дневников? Ну ладно уж, челлендж не засчитан. А нет, два дневника, да? Ты два дневника, тут ноль дневников вообще, он чувак. Ну, у него попытка была. Попытка была, но не удалась. It's time for everybody. Решайте примеры, вы друзьяшки. Если вы не решите примеры, то вы какашки. О, кстати, рифма получилась. Это поэт. Рифмоплёт. Так, минус... Надо писать 7. Стихи. Так, ну, у меня, 15. В общем-то, все. Я все решил правильно. Тут мы отвечаем, значит, 3-2-2. И нет, неправильно! Нет! Ну ты, лошара, все-таки, друзья, на третий вопрос мы не нашли ответа. Эх. Да, его, походу, так и не существует. Окей. Ну, пипец вообще. Да-да-да-да-да. Это... Оп, 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 оп. Иди сейчас. Стёр мой дневник. Так, ладно. Но тут дневник по соседству, в принципе, есть, поэтому так, Вася.
Так, 8 минус 5 у нас трейдбанчик, 1 минус 5 у нас минус 4, и... Ты чё? Какаха? Меня директор поймал, но я один дневник всё-таки упер. А как директор? Директор разве может в классы заходить? Да, и плейтайм за тобой, кстати, забежал. Ты успел разгадать? А, чумить, да, я, в общем-то, один дневничок разгадал. Неплохо. Так, пока у нас 1-1. За мной снова эта какаха гонится. Нет, друзья! Почему этот директор такой сумасшедший? Почему вечно гонится тут за мной? Отстань, отстань! Не, ну он сумасшедший, он еще летит, смотри, просто на скорости света. Нет, 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 нет! Удираем от него, друзья! Так, надо его вот здесь где-нибудь, как-нибудь вот так вот. Не, не пройдешь, не пройдешь, не пройдешь, не пройдешь, не пройдешь, я говорю, смотри, что делает. Так, отгадываем, отлично. Так, 10 минус 4. Шестерочка, 3 плюс 8 у нас 11, и 6 плюс 9 у нас 15. Отлично! Ед! Второй дневничок мой. Красавчик, короче, мой. Возле столовой, поэтому можно гадать нормально. Нифига себе, ты говоришь, возле столовой. Вот он меня поймал, блин! Так, а я, значит, пока буду разгадывать, пока котяру поймали. О, слушай, так тут, оказывается, всех уже поймали, оказывается, ты у нас один остался. Ёлки-палки. Да, тут вон смотрю, все прям бомжики уже все пойманы, ёлки-палки. Позорище, позорище, друзья! Меня, короче, знаешь, как поймали? Хотите, я расскажу историю? Вот, меня поймал, в общем, директор. Я сижу у него в кабинете, вот. Подобрал второй дневничок, вот. Потом выхожу, короче, точнее, он в кабинет директора заходит. Балди начинает, короче, около меня там тусить, я его обманул. Вот, начал выбегать. Потом девочка Playtime, плюс еще волосатая лысая швабра, короче, появилась. И все, и просто они меня там как поймали, как закидали, просто облом. Я такой думаю, остановитесь, нет! Так, ну, за мной, короче, несется Балди. У тебя, конечно, прикольная история, дружище, но, блин, здесь уже опасно. Но еще Playtime идет за мной. Тебе она не поможет. Еще Playtime. Фу. Все, те кирдык, дружище, нас поймают всех. Я, кстати, выиграю челлендж. А нет, блин, тут, кстати, одного освободили, дверь открылась, значит, все-таки даже если ты и попадешься, то, в принципе, ничего страшного. Ну, короче, так, ой, еще один сбежал. Да господи, че все сбегают? Ай, их, наверное, поймали сразу же, вот прям как только игра началась. Им, наверное, сразу леща так дали, просто так с поворота, так, на линейкой. Они только убегали. Так, а я, короче, слепанул Балди, прикинь, он вообще нифига не видит, бегает, газировка у него в глазах. Да, знаю, да, есть такая штучка. Так, 29 секунд, что-то, по-моему, кстати, меньше сидеть уже тут приходится. Раньше тут нужно было сидеть минуты две, а сейчас, по-моему, минут с чем-то, да? Нет, сидеть так же долго, скучно и нудно. 120? Ну да, сидеть тут, конечно. Опа, это кто дневник подобрал? Да, ты? Уже 3 дневника. Вот ты, Ванючка. Блин, друзья, челлендж проигрывается. Нет, я пока сижу тут, кайфую, он прикинь, там отгадывает. Прикинь, короче, я слепил Балди, принципе... и Playtime меня поймала. Балди бегает, в парту упирается, не видит меня. Блин. Это, кстати, это самое смешное, да. Выход же в столовой есть, насколько я помню. Да. Не, ну там вообще, я не знаю, ты уже вышел? Нет, здесь вон Балди бегает. О, нету выхода, блин, что за засада? Кирдык тебе. Ну у тебя 6 минут, конечно, в запасе, это очень много. В принципе, я думаю, ты... Ну если ты не попадешься ему еще раз, то в принципе, я думаю, ты сбежишь. Ну чисто логически, да. А вот если попадешься, то все, кирдык тебе, Балди тебя запрет в школе, и ты будешь сдавать его экзамен. Я буду учиться там вечно. Так, шоколадка, отлично. Есть. Берем шоколадку. Ты хочешь покормить Балди с шоколадкой? Нет, я могу ее съесть и бегать очень-очень-очень долго. Блин! Нет, я прям на неё выбежал. Поймали, да ладно. Ну и все, друзья, кирдык ему. Да, это было весело, но печально. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Котика Игромана. Всем удачи, до скорых встреч, пока. Тебе, кстати, понравилось, дружище? Всем пока. Было очень весело, да, клево на самом деле. Мне очень понравилось. Вообще, Балди игрушка топовая. Пишите в комментарии, кому тоже нравится Балди. И хотели ли бы вы больше видео по Балди, тоже пишите обязательно в комментарии. В общем, друзья, всем пока.